Добрый день, уважаемые подписчики сайта «Процветок». С вами Юлия Кондратенок, кандидат сельскохозяйственных наук. И сегодня мы хотим поговорить с вами о манилиальном ожоге. Среди заболеваний вишни и черешни манилиальный ожог является одним из наиболее опасных заболеваний, который реально сокращает не только урожай, но и жизнь дерева. Многие спрашивают, как же он выглядит. Выглядит он очень даже просто. Манилиальный ожог почему так назван? Потому что растения, веточки, соцветия выглядят как будто обожженные огнем, как будто дерево кто-то немножко подпалил местами. Повисшие листья, почерневшие соцветия, почерневшие побеги, побуревшие, которые остаются висеть на дереве до глубокой осени, не меняясь. И вот здесь вот мы можем с вами увидеть характерную картину поражение манилиальным ожогом на ранней стадии. Вот. Манилиальный ожог – это грибковое заболевание, которое вызывается родственным плодовой гнили грибом манилия лакса. Особенностью этой болезни является то, что она заражает растения в период цветения. В тот момент, когда использование фунгицидов мы стараемся свести к минимуму, ведь летают пчелы, они опыляют, они носят мед, который должен быть чистым, экологически чистым. Споры грибка, попадая на рыльце пестика цветочка, прорастают в нем и быстро распространяются по цветочку, по цветоножке, дальше до древесины, вызывая ее отмирание. Пораженные листья, цветочки буреют, как будто обожженные огнем, и остаются висеть на дереве. Тогда как обычно, вот если просто не произошло оплодотворение, зависть, видите, дефектная зависть осыпается легко и просто, стоит только до нее дотронуться. Пораженные манилиальным ожогом цветки остаются висеть на дереве допоздна, до поздней осени. Когда устанавливается благоприятная погода, на плодоножках, на пораженных листьях, на побегах даже, на неодревесневших побегах, вот, начинают образовываться плодовые тела этой болезни. Вот здесь можно видеть начальную стадию. Маленькие светлые точки. В дальнейшем они разрастутся до таких, и вот здесь, вот видите, вот серенький налет. В дальнейшем здесь образуются подушечки спороношения, в которых формируется огромное количество спор, которые заражают все вокруг, которые служат инфекционным запасом на будущий год. В дальнейшем, если грибок развивается, он переходит с цветочков на плодовую древесину. Он поражает листья, которые рядом расположены. Вы видите, вот как пошло развитие. Гриб пошел развиваться по черешку, порождил жилку и вызвал постепенное отмирание всего листа. В дальнейшем он весь станет таким коричневым. Вот здесь, видите, здесь началось увядание. По сравнению вот со здоровыми листиками, как выглядят пораженные. Что же делать нам, садоводам, если мы обнаружили симптомы манилиального ожога уже сейчас только, поскольку заражение произошло еще весной во время цветения? Сейчас мы можем сделать следующее. Убрать пораженные пучки листьев, убрать увядающие побеги и немедленно их уничтожить. Не бросать их под деревья, потому что грибок будет развиваться на них и будет сеять споры до тех пор, пока они, извините, у него не кончатся. Поэтому что мы с вами делаем? Мы с вами аккуратненько удаляем увядающие, пораженные манилиальным ожогом соцветия. Видите, здесь растение уже начало выделять камедь, пытаясь залить ранку. То есть это реакция растения на заражение. Вот. Мы убираем все те соцветия, которые можем. Вырезаем побеги, на которых есть манилиальный ожог, до здоровой древесины. И даже с захватом здоровой древесины. Дело в том, что мы не можем знать, как глубоко продвинулся грибок по древесине. И если мы срежем где-нибудь здесь, он в дальнейшем пойдет, начнет двигаться дальше, вызывая все большее и большее отмирание. Вот классическая картина поражения манилиальным ожогом. Увядание, некроз, отмирание. Убираем. Как бороться с манилиальным ожогом?
Ведь сейчас, когда вы это все видите, понятно, что заражение уже произошло. Вы уже потеряли какую-то часть урожая, какую-то часть даже веток. Поскольку грипп заражает растения именно в период цветения, в этот момент и необходимо провести обработку. Что можно использовать? Используются фунгициды широкого спектра действия, такие даже как азофос в небольшой концентрации, бейлитон, скор, хорус. Все то, что разрешено для применения на плодовых растениях от манилиального ожога. И здесь самый важный момент – это не упустить именно сам момент начала цветения. Дело в том, что для некоторых вишен характерно такое явление, когда пестик выходит наружу еще до того, как распахнутся лепестки. А споры уже летят. Они прекрасно перезимовали вот на таких вот веточках, как мы с вами видели. Вот. И они начинают расселяться по саду с наступлением первых солнечных теплых дней. И как только появились пестики, они тут же на них оседают, прорастают и вызывают отмирание. Поэтому, если вы хотите сохранить урожай, то в начале цветения мы проводим обработку. Не тогда, когда раскрылись все цветки, а тогда, когда раскрылись первые. И вполне возможно, если стоит погода влажная, дождливая, вам придется повторить эту обработку через день или через два. Но многие скажут, у нас же пчелы, мы хотим есть чистый, экологически чистый мед без примеси каких бы то ни было пестицидов. Что тогда делать? Вишни болеют, по-другому ее не спасти. Выход есть, это устойчивые к манилиальному ожогу сорта. То есть они поражаются, но крайне незначительно. Какие сорта? Например, устойчив к манилиальному ожогу наш сорт Грёд белорусский. Устойчив, относительно устойчив, сорт Вянок. Он поражается, но благодаря своему высокому биологическому потенциалу, то поражение, которое он имеет, все равно не лишает вас урожая. Урожай будет гарантирован. Слабо поражаются или практически не поражаются манилиальным ожогом сорта дюки. Это вишни, вишнево-черешневые гибриды. Такие, как живица, игрушка, ксения. Из-за того, что они являются межвидовиками, они имеют хороший иммунитет и поражаются заболеваниями гораздо меньше, чем их мама-вишня. Вот. То есть вы можете всегда выбрать устойчивый сорт, посадить его у себя и не беспокоиться уже об обработках. Ну а сейчас что вы можете сделать? Поскольку вишня активно сейчас наливается, вот, стоит погода очень жаркая, сухая, теплая, вот, и если до созревания осталось менее чем 3 недели, использовать какие бы то ни было фунгициды запрещается. Ведь мы должны заботиться о своем здоровье. Ну и на будущий год, естественно, это обработка в период цветения. Следует отметить, что фунгициды, они для пчел не токсичны. Минус только в том, что вместе с пыльцой они могут попасть в мед и, естественно, сказаться на его качестве. На этом у меня все. С вами была Юлия Кондратенок. Подписывайтесь на наш канал «Про цветок», задавайте вопросы, что вам интересно, и до новых встреч!